Друзья, привет! Начало учебного года – это самое время проверить ваш уровень английского языка. И сегодня я вам расскажу о супертесте. Это бесплатный онлайн-тест. И тест этот настолько хороший, что им пользуется большое количество компаний при приеме на работу, многие школы при наборе студентов, поэтому я его очень рекомендую. Но вначале я хочу пригласить вас присоединяться в мои онлайн-группы по подготовке к ЕГЭ. Заниматься мы будем 2 раза в неделю по 90 минут. Группы будут до 6 человек. Чтобы записаться и узнать всю информацию, пожалуйста, пишите мне на почту info@nrees.ru. Итак, чтобы сдать ЕГЭ на 80+ баллов, вам необходим уровень B2 или Upper Intermediate. А если вы рассчитываете на результат ближе к 100, то тогда желательно иметь уровень C1 или Advanced. Чтобы узнать, какой уровень у вас сейчас в начале учебного года, когда у вас еще есть 9 месяцев до экзамена или, может быть, больше, если вы сдаете ЕГЭ через 2-3 года, вот этот супертест, называется он efset.org. У них есть 10-минутные тесты и есть 50-минутный тест. Пожалуйста, пройдите 50-минутный тест, так как именно он дает достоверный результат. Я оставлю ссылку на этот тест в описании под этим видео. И, друзья, в комментариях, пожалуйста, пишите ваш результат, какой у вас результат по этому тесту. Результат вы получите сразу же после прохождения теста. И все, что они вас попросят сделать, это заполнить анкету с вашим именем, фамилией, возрастом, ваш имейл. Данные они не разглашают, они вас не спамят, поэтому не переживайте. В комментарии пишите ваш результат и когда вы собираетесь сдавать ЕГЭ, нам всем это будет очень интересно. Жду ваши результаты. See you soon. Bye-bye.